Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, ребята, продолжаю рубричку, свою маленькую рубрику, в которой мы будем грейдить все виды оружия. Собирать и грейдить, и, как говорится, сегодня у нас попалось по плану вот такая вот трубища, наша труба, всеми любимая, наверное, и у меня, наверное, самые топовые модули. Ну, есть, конечно, вот такой вот, я даже не знаю, как он называется, но у меня вот с кости. Я убивал ведьму, убивал слепого охотника, убивал громилу, убивал язву. Она выпадала. И, как говорится, ручка тоже вот такая вот шикарная. Я не знаю, на что это похоже, на какое-то оружие допотопное, но урон у него довольно-таки хороший. И можно воспользоваться этим оружием для убиения до любых зомби. Сохранить и пошел, ребят. Сделаем несколько таких оружий. И отправимся, наверное, на охоту. Вот кого мы будем сегодня убивать, вот это, конечно, вопрос. Я еще не придумал, кому мы пойдем в гости, вооружившись таким оружием. Но надеюсь, что оно будет довольно-таки эффективное. Давайте сначала пройдемся где-то в менее опасной локации. Например, дубовые леса. Попробуем там немножечко пошалить и убить несколько зомби. И сразу, ребят, только вышел я на глобальную карту, сразу я увидел привал дороги. Чем вам не место, где можно таким вот оружием пошалить? Я думаю, что это будет идеальный сейчас подборчик. Мы попробуем убить, зачистить привал дороги с помощью этого оружия. Это труба. Ну, уже трубой тяжело вообще назвать. Это какая-то... Даже не знаю, как это называется. Но хорошее оружие для ближнебойного боя. Это, кстати, я не посмотрел, что там по урону. У нас труба, по-моему, стандартный урон у нее 28. А вот это должно быть как минимум побольше. Вот так. 31 и 2 синих модуля. Прикольно. Так, ну что ты скажешь? Привет. Мужичара. Ну, давайте дальше. Есть вариант, что вот этот дядька скажет прощай. Давай. И, конечно же, мы можем сразу же ворваться в... Вот. У нас тут все хорошо. Они зомби бьют. В принципе, мы помогаем нашим дядькам. Не знаю, главное выживших в данном замесе, главное выживших не бить. Потому что это может быть для нас очень печально. Последствия, они могут потом перебраться на нас. Опа, мачете отлетела. Прикольно, смотрите, под ногами валяется. Означает, что один уже готов. Так, ну тут единственный самый... Опа, нельзя вставать на пути зомби самым первым, а то они согрятся именно на вас. Давайте собирать все в подряд, пока они там воюют, потому что... О, а вот и мачете. Все отлично, все нормально. Все нормально, нереально. Так, по-моему, там уже пошли в рукопашку, тот, который с блоком, парень. И я так понимаю, что еще одной волне быть. Мне нужно будет помочь немного этим ребятам, потому что если я не помогу, то придется потом в одиночку справляться с этой волной зомби. Так, поехали. Ну, по крайней мере, хоть на меня не все согрелись. Так, один уже улетел. И второй. Ну, я думаю, что здесь я могу уже и сам справиться. Так, ну, 31 урон довольно-таки неплохо шмаляет наш дядька. Так, зомби с веревками все. Давайте, ребят, пробовать. О, это было с одного выжившего. И вот, бита с другого. У меня вообще бита с активным модулем. Я не переживаю за то, что у меня попалась здесь бита. Я реально загрейджу ее и буду убивать мегалодонски много зомби. Так. Чем? Круто. Чоппер. Вот здесь мы можем увидеть хорошенький лутец. Так. Хорошо. Вроде бы неплохо, скажите. Но эти тапки, да, уже свое оттоптали. Чекаем следующий чоп. И посмотрим, что здесь внутри. М16. Правда, без никаких грейдов. И да, ребят, я не забыл слить бензин. Просто хочу побыстрее как бы добраться в дубовой локации. Попробовать это оружие уже на зомби. Понятно, что ничем особенным оно не отличается. Только немного урон. Только немного, конечно, шансов крита. Такое.
Оружие, которое может совсем немного порадовать нас. Мы можем теперь убивать некоторых зомби со спины, потому что раньше этого не было доступно. Бежать, то что-то с бензином. Смотрите, если 30 урона у мачете, то у этого 31. 1,3 скорость. И мачетка тоже 1,3 скорость. Поэтому, ребят, не тратьте времени на железную трубу. Я вам скажу, лучше мачету грейдануть. По ресурсам, которые нужны для крафта мачете, например, трубы. Почему я именно с мачетой сравниваю? Ну, потому что она довольно-таки неприхотливая в ресурсах, которые нужны. Там, по-моему, нужно железо. Давайте сейчас посмотрим, чтобы не вспоминать. Нам как бы недолго. Минус один дубовый лес. Я там в броне железный. Представляете, как это железо остынет. Давайте посмотрим. Так, у нас есть мачете. Ты где мачете? Так, труба, смотрите. Железо, болты, кожа, пластины. Здесь же кожи немного больше, зато доски, ну и тоже железо. Довольно-таки много ресурсов, но мачете уступает уроном. И если вы ее грейданете, 38 шикарного урона вы можете выдать по-любому зомби. 31. Отлично. Давайте, конечно же, попробуем мудохнуть нашего толстяка. Ну, как нашего. Может быть и общего. Ну. 94. Блин, вот пришел и блюет. Вот видите, какой наглый. Отлично. Представьте, ничего не выпало. Но тем не менее, труба на любителя. Я знаю, что ребята вот не любят мачету, а любят именно трубу, потому что, говорят, она там ресурсов меньше стоит, она чаще выпадает и все остальное. Но я почему-то предпочитаю именно мачете. Именно мачете везде практически использую. Очень доволен, когда выпадает мачете, даже на вот раскачанном аккаунте, где реально уже мачете. Ну, то есть, мачете не такая уж хорошее оружие. По сравнению с тем, что он у меня лежит там где-то в ящиках. Так, красные локации для трубы, да, это изи. Так, что мы здесь тут? Ничего. Мы и здесь, и тут. Опа! Я думал, это выживший, потому что что-то у него там не... Опа, это был крит, хорош. 31, 53. 53 это критонс, неплохо. Насколько часто вылетает, пока не могу сказать. Но, судя по тому, что недавно его только увидел. Ну, я недавно вообще пользуюсь этими модулями. О, катана. Ну, катана это отдельный разговор. Для катаны всегда должно место быть в вашем инвентаре. Катана это топ. 35 урона с той же скоростью атаки. Но, тем не менее, никаких грейдов она не требует. Она сразу же топовая и даже без модернизации. Так. Да, довольно нечасто выпадает, как вы видите, крит. Но это не беда. Это можно исправить. Даже не знаю, с кем еще сразиться. В принципе, мы проверили. Критонс вылетает. Урон неплохой. Да, что ей не хватает? Может быть, интереснее было, если бы труба реально была дамажная. Тогда бы можно было использовать трубу. Ну, а пока я ставлю... остаюсь при своем мнении, что мачете в разы лучше. И модули на нее даже можно активные поставить. Но активный, конечно, там разрыв сухожилий, он замедляет скорость атаки противника. Не убирает скорость, а просто замедляет. Это жесть. Так, там где-то видел, по-моему, выжившего. Он так, это сюда, вот он. Я думаю, что здесь... Ну, куда же ты? Никак мы... Опа, чё он бегает? Какой-то бешеный. Я вынужден был пострелять. Блин, чтоб знал-то и не стрелял бы. Пацан куда-то носится зачем-то. Но вы заметили прочность. Удивительную прочность этого оружия. Одного нам вот этого, одной трубы нам хватило, чтобы зачистить целую красную локацию. Это очень хорошо. Это довольно-таки неплохо. Криты, да, тоже летят. Но не так уж часто, как хотелось. Может быть, какие-то получше модули мы когда-то будем собирать на трубу. Но тем не менее, в данный момент это самые нормально нереальные. То есть самые крутые модули, которые только могут существовать.
на подобное оружие. Фух, ну а вам, ребят, спасибо, наверное, за то, что вы смотрели. Обязательно не забывайте ставить лайки и подписочку на канал, оформлять. Также колокольчик. Буду благодарен, когда нажмете колокольчик, не будете пропускать новых выпусков видео. Ну и комментарии, ребят, постараюсь каждому ответить, пообщаться с вами в комментах. Всем пока-пока, удачи и увидимся уже в следующих, ребят, видео.